Ефремов Иван Илларионович. Родился 25 мая 1921 года в деревне Ленина Хвостовского района. С апреля 43 года на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в боях на Южном, 4-м и 3-м украинском фронтах. Участвовал в освобождении Украинской ССР, Яско-Кишиневской операции. С апреля 45 года капитан Иван Ефремов командовал дивизионом 489-го минометного полка 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина. Иван Ефремов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Отечественной войны, 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, рядом медалей за боевые заслуги, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией. После окончания войны Ефремов продолжил службу в Советской армии. В апреле 1972 в звании полковника он был уволен в запас. Умер Иван Илларионович 20 февраля 1993 года. Похоронен в селе Перемышль Калужской области. А его портрет установлен на Аллее славы земляков, героев Советского Союза, здесь, в селе Хвостовичи Калужской области.